Всем привет! Я решил провести небольшой такой реал стрим. В общем, рассказываю предысторию. У меня есть геймпад Xbox 360 беспроводной. Его нельзя подключить к ПК, напрямую, как проводной геймпад, и чтобы играть. Но зато существуют беспроводные ресиверы, специальные Microsoft выпускает, чтобы подключить, соответственно, этот геймпад Xbox 360 к ПК Windows. Официальный ресивер в России стоит 900 с чем-то рублей. Мне не хотелось тратить такие деньги на такую, можно сказать, не особо прям важную вещь, да. В итоге я нашел на AliExpress, китайском сайте крупном, похожий ресивер, но китайского производства, за, не соврать, что-то, по-моему, 300 с чем-то рублей. Но в итоге я решил его заказать. Это мой первый заказ из-за границы какого-либо товара. Мне это, конечно, понравилось. Я просто сел, грубо говоря, развалился в кресле. Заказал, нажал заказать, оплатил со своей карточки и просто потом пошел через 20 это дней, что ли, забрал на почте. Вот, собственно, пакет. Пришел из... Так, тут написано, вот из китайского города Шэньчжэнь. Шэньчжэнь. В общем, я думаю, стрим будет очень небольшой. Я сейчас его просто распакую. И потом попробуем подключить и посмотрим, что из этого получится. Так, что у нас тут? Скотч. Так, как бы его... вот прям оторвем. А то там уже... Я просто долго думал, какую мне игру выбрать, чтобы протестировать этот, ресивер. Но, если честно, так и не придумал, а как бы ждать уже неохота больше. Как бы что лежит вот уже несколько дней. Я все никак не распаковываю, потому что хотел на стрим, пока сейчас просто протестируем на каком-нибудь любой игре, чтобы посмотреть, работает, нет. А то надо же еще и на это AliExpress, как бы отписаться, что я получил, там все хорошо и так далее. Так, какая-то странная упаковка. Так, ага, вот тут у нас, по всей видимости. Какая странная реально пакет. Вот теперь вот тут еще. Не знаю, аккуратно это не открывалось никак. Итак, диск, на котором написано PC драйвер. Блин, диск прикладывают, серьезно, в 2014 году. Xbox 360 PC Wireless Gaming Receiver. И что там? Operation Manual версия 2.0.2. Как вы понимаете, диск это нафиг не надо. Далее. Собственно, сам ресивер, и больше там ничего нет. Выглядит он вот таким образом. Да, фокус, конечно, что-то похоже, камера не умеет. В общем, тут написано Microsoft Xbox 360 Wireless Receiver for Windows. Странно, Microsoft написано. Типа он оригинальный все-таки. Made in China. И на штекере написано Microsoft, и сам штекер в стиле Microsoft форма. Похоже, что настоящий даже. А может быть, его и нельзя подделать, я просто не знаю, как на эту тему. Так. Сейчас я подключу его. Так, вам покажу рабочий стол. Прям целиком. Вот. Сейчас посмотрим. То есть, я не знаю, надо ли на него специально драйверы ставить, или может быть он там винда автоматически найдет для него драйверы. Или что там будет? Я без понятия. Так, вернемся на вебку вначале. Вот тут загорелся индикатор. Так. Ага.
Установка неизвестного устройства. Так. Ну и что, установил он это неизвестное устройство? Неизвестное устройство, неизвестное устройство. Да. Так. Сейчас попробую включить геймпад. Будет ли что-то измениться или нет? Блин, у меня проблема. Да, вот вы слышите звук. Геймпад же включает Xbox. Это мне надо Xbox, что ли, отключить совсем. Походу. Так, отключил Xbox вообще от розетки. Так, ну похоже, что драйвер не находит он, да? Так, ну давайте тогда попробуем загуглить. Так, это называется... Microsoft Xbox 360 Wireless. Ага, Receiver for Windows, вот он уже нашел. Так, давай мне драйвера. Так, скачивание. Выберу операционную систему. Чё, семерка? Ну давай 7.64 разряда. Ну у меня 8.1 так-то, но по идее, наверное, будет поддерживаться. Совместимо, скорее всего, будет. Угу. Давай. Так, пока не помогло. То есть у меня сейчас на геймпаде, так, сейчас вот мигают все четыре лампочки. Это означает, что он не нашел ничего. Может быть, его выключить надо. Так, он так не выключится, наверное. Так, пока не работает. А, может тут надо нажать кнопочку? Нет? Ну тут вот, тут кнопочка есть. Странно. Так, будем еще разбираться. Может надо... Так, сейчас я... Давайте вот так сделаю. Попробуем обновить драйвера. Может быть, он сейчас найдет, который все только что установились. Windows не удалось установить неизвестное устройство. Стоп, может вот это? Кстати, я не знаю, почему у меня два неизвестных устройства. Может быть, одно это вообще... Блин, так. Он точно его не нашел? Может, такие другие? Я просто не помню, были ли у меня... А, ну что гадать, я сейчас отключу его и посмотрим, уменьшится ли количество неизвестных устройств. Ага, уменьшилось. Сразу скажу, что диск я поставить не могу, вот этот. Потому что у меня нет дисковода. Ну, он где-то есть, но его, блин, искать это офигеть. А, привет, Фантомас. Ресивер. Вот, у меня геймпад Xbox 360 беспроводной. Это я купил, вот заказал из Китая ресивер, чтобы его можно было подключить к ПК. Но пока я разбираюсь, почему-то у меня эти драйвера он не находит. Хотя я даже... Ну хорошо, инструкцию скачаем. Мало ли, может, я что-то неправильно делаю. Так. Просто чтобы чатик видеть, если что, открою его все-таки.
Так, это понятно. Так, то вам не... Блин. Корейский... Не, стоп, а где, как его это... Ну, собственно, подключать и все такое. Вообще тут не должно быть ничего такого сложного. Похоже, даже не написано, как подключать, потому что все слишком очевидно. Да, тут не написано. Блин, неужели все-таки придется дисковод доставать ради этого? Попробуем в Google написать то, что здесь написано на диске. Тут, в принципе, то же самое написано. PC драйвер версион 2.0.2. Ну, вряд ли, конечно. А, странно. Что-то нашел, походу. А, нет, это какая-то ерунда. Так, сейчас надо все-таки на PC драйвер убрать, потому что слишком много находит лишнего. А, типа предлагают вручную. Ну, я так хотел вообще-то, да. Так, я не знаю, там видно, надеюсь, вообще, как бы, или насколько там все видно-то. А, ну да, посмотрел. Так, а какой из них-то, какой из этих устройств, что-то непонятно. Ага, похоже, вот это. Так, обновить драйвер, выбрать из списка установленных драйверов. Так, где его искать? Звуковые игровые видеоустройства, наверное, ну-ка тут написано. А, Microsoft Common Controller for Windows Class. А, о чем мы? Показать все устройства. Чем учится-то? Так, ищем тут майкрософтовский. Что там было написано-то? Microsoft. Что-то generic, там контроллер какой-то или что-то такое. Microsoft Corporation. Так, не. Стоп, Microsoft Visual. Нет, это не то. Стоп, как там было написано? Common Controller for Windows Class. Такого нет. Может, по-русски тут? А, так, Microsoft. Ух ты ж.
Ну так, драйвер, страна ПО, так. А, нету, да? А нет данных, это что, не под... блин, отлично. Так, стандартная, стандартный контроллер, стандартный опциональный адаптер. Так. X. Нет, что-то не то совсем. Так, ну что-то его тут нету, непонятно, то ли он не установился, то ли что. В общем, нету тут. Если бы напрямую его найти бы. Попробуем удалить, все-таки добавить, может, он все-таки найдет его. Установка неизвестного устройства. Так если он неизвестный, что его устанавливать? Так, посмотрим, что тут предлагают. Так, ссылка уже все. А другая. И это все отлично. Так, Xbox на других устройствах, да, наверное. А как настроить геймпад? Так, ну-ка посмотрим. Настройка беспроводного. Так, подключите на ресивере, снимите зелен... Что? Какую зеленую наклейку? Ладно, не важно, у меня нет никакой наклейки. Ставьте штекеры, вот так понятно. А, можешь реально в задний порт воткнуть? Пойду в задний порт воткну. Так, воткнул в задний порт. Ну, ничего не изменилось, в принципе, я так и думал. Потому что у меня, по-моему, спереди тоже USB 2.0, в принципе, так что почему должно что-то измениться? А что он за звуки, я не понял. А, так это стрим упал. Так, да, случайно, похоже, кабель интернета вывернулся и стрим упал. В общем, ну да, вроде переподключение назад ничего не дало. Ну да, ничего не дало. Ладно, если мастер добавления нового оборудования запускается автоматически, выберет интернет.
Так, если не удалось установить программное обеспечение, перейти к шагу установить программное обеспечение через Redbox, где ниже. Так, давай. Так, установка с диска нет. Давай после загрузки. В раздел загрузок, ну. Ну я, по-моему, отсюда и скачивал, блин. Так, беспроводной геймпад, где он там? Wireless. Wireless. А, там игровые написано. Mice, keyboards. О, gaming. Xbox 360, wireless controller for Windows. Ну. Ну, короче, понятно. Ну, я отсюда и скачивал. Блин, только семерка есть. Ну, блин, должно совместимо быть. Какая разница-то? Семерка от восьмерки, разницы вообще нету. Какой. А версия такая же вроде. А, уже Already installed, да. Ну, значит, это именно то, что я скачивал. Что? Хм. Думаю, не надо, так. А, возможно, потребуется перезагрузить компьютер. Ну, в принципе, у меня тоже такая была мысль, но все-таки, мне кажется, не должно быть. Ну, сейчас, если что, попробуем. Так, включите без... А, ну, короче, там должно быть неизвестное устройство уже. Так что нет смысла тут что-то тыкать. Стоп, а это что за кнопочка? А. Ну, типа, вот он поиск там произвел. Но пока драйвер не установлен, понятно, он, наверное, не будет работать. То есть смысла нету. Что-то пытаться. Так. Ну, в общем, тогда, наверное, придется перезагрузить. Попробовать комп. Ну, сейчас тогда перезагружу и вернусь. Так, я вернулся. Странно, кстати, почему-то в OBS даже не сохранилась сцена. Что это... Как-то это странно. Почему он не сохранил? Ну, чего ты не переключаешь там? Это жесть. Я не могу... Что-то тормозит, блин, все. Так, ну я так понимаю, это не помогло, походу. Да, это не помогло. Попробуем загуглить именно под Windows 8.1. Так, надо проверить. На СК2 ТВ у меня не упал этот стрим-то. А то я же отключался. Ага, не, вроде не упал, да? Ок, продолжаем тогда. Ну, написано... Compatible, no action required. А, ну сам геймпад это совместимо, контроллер. Но мне писали, что, блин, совместим. Я когда же заказывал, я узнавал. Смотрим. Чё тут? А, это просто ему ответили, что нужно, чтобы подключить, что ли? Да.
А, понятно. Так, я предлагаю сразу зайти на AliExpress. Прогрузится. Так, мои заказы где? Вот, я тут даже спрашивал перед заказом, типа, будет работать на Win 8.64? Мне ответил, yes, it can work on Win 8. Ну, можно, короче, не знаю, спросить. Ну, как бы они, в принципе, ну, товар-то пришел, как бы, какие претензии, да? Все равно можно ответить. Не, ладно, вначале повозимся, потом, если ничего не получится. А, ну ладно, кому нужен мой этот AliExpress? Господи. Ну, что-то у меня на этой учетке ничего нет, там же карта не привязана, ничего. Так, вот тут что написано. Странно, как бы не вижу, чтобы у кого-то были проблемы с этим. А забыл, как там неизвестное устройство-то по-английски? Unrecognized device, по-моему, да? А, unknown device там пишет, точно, точно. Так, ну это я уже читал. Так, посмотрим. Так, ну USB 2.0 порт, да, воткнул я. У меня не появляется он в списке почему-то. Так, опять надо не перепутать это и то устройство. 17.00 подключил, ну похоже, да? Стоп, точно, а это тогда. Да, это код старый. Ну, обновить драйвер, выполнить поиск, выбери драйвер из списка. Показать все. Так, ну нельзя растянуть. Блин, такое неудобно, маленькое. Не, ну тут стандартных, наверное, вряд ли, да? Ну да, там же написано, что он должен быть конкретно написан. Microsoft. Microsoft. Microsoft.
Где геймпад-то? Странно, что они этот драйвер не встроили в саму винду. Ну блин, это же их девайс. О, Xbox 360 Wireless Receiver for Windows. Вот она. Да, продолжить. О, установлено успешно. Этот поворот. Опа, и вот оно, короче, сразу же найдено. То есть он показывает, что это первый геймпад. Да. Попробуем запустить какую-нибудь игру. Ну, я не буду делать прям захват нормальный. Ну, это же так, тест просто. Так, только надо вебку, да, наверное, уменьшить. Так, New Game, давай. Давай сразу с какой-нибудь там, с четвертой камеры. Не пашет, стоп. А, эта игра поддерживает вообще? Так, это я мышка сейчас. Стоп, а эта игра поддерживает вообще геймпад-то? Возможно, это слишком старая игра, может, она не поддерживает. Давайте попробуем. Что у нас в Steam? Да куда ты рекламу напихаешь? Ну что, попробуем. Ну, портал 2-то вот точно поддерживает. Чё? Так, давай с облака, вообще пофигу, я все равно прошел ее. А, на полноэкранная? Блин, печалька. Сейчас. Тут вроде должен быть оконный режим. Я просто не знаю, там видно на захвате или нет, поэтому, чтобы уж точно было видно, я лучше оконный сразу поставлю. А, стоп, нет, где настройки? Вот теперь точно видно. А, вон там, кстати, есть контроллер. Контроллер включено. Все, готово. Давайте, одиночная игра. Продолжить, я не знаю, с какого места он там продолжит. Я же прошел ее давно уже много раз. А, лол, там какой-то, видимо, мод был. Ну давай, новая игра. Ну вот отсюда нормально будет. Надеюсь, никому ничего не заспойлерю. Да наверняка же все прошли эту игру.
Так. А, ну все, работает. Нормально работает. Ну, наконец-то. И вибрация даже есть. А какие вибрации только что ты бился? А, наверное, от прыжка, да? Ну ладно. Это надо спрыгнуть откуда-то. Ну, короче, все работает. Отлично. Через 3, 2, 1. Я все выдумала. Приз. Ну хватит. Ну, в общем, если это тебе поможет. Тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения. Не, ну мышка все-таки, конечно, удобно в такие игры играть. Удобнее, чем на геймпаде. Взял, так моментально развернулся, все как надо. А, ну да. Ну, в общем. Стоп, а в меню можно же, да, тоже тут? А, ну да. Ну что я могу сказать? Я, если честно, думал, что винда вообще без проблем установит этот ресивер. То есть с тупо встроенными драйверами. Я удивился, что он не встро... они не встроенные. Хотя он немножко нагрелся. Но, тем не менее, по-моему, это все-таки оригинальный. И, по крайней мере, оригинальные драйвера подходят к сайту Microsoft. Все работает. Ну, так что будем играть. Ну, сейчас я уже играть не буду, я говорил, что долго думал, во что поиграть, все никак ни во что не хотелось, а Иваны на геймпаде нет смысла, поэтому, как бы, сейчас ничего не будет больше, ну, по крайней мере, с геймпадом, да. Ну, ну так что, всем спасибо, что смотрели, увидимся на других стримах, пока.